Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня я покажу бесплатные продукты в Америке. Так что смотрите, сколько много пакетов, и начнем. Начнем с этого пакета. Здесь туалетная бумага, 8 рулонов. Так, дальше для мытья посуды и для стиральный порошок. 1 галлон молока. Так, я буду разрывать пакетики. Здесь у нас идет такая маленькая морковка. Сосиски на костре пожарить. Йогурт. 2 апельсина и 2 яблока. И яйца покупные. Следующий пакет у нас вот эти блинчики. Они очень-очень вкусные. Это мука для блинчиков. Сюда только добавить. Есть такие, что нужно яйцо, воду, там молоко, сахар. А есть такие просто вода. Ореховое масло. 2 баночки. И здесь баночки такие. Я вчера пальчик порезала так. Так, суп. Я думаю, этот классный будет такой куриный. Такие. Может быть, я суп не буду показывать. Просто баночки. Да. Здесь фасоль. Здесь картошка. Кубики картошки. Тоже фасоль. Супчик. Фрукты. Персик. Очень, кстати, вкусный. Зеленый горошек всегда рекламирую. Как бы не знаю. Просто так говорю. Потому что мне он очень нравится. Он очень вкусный. Кукурузка тоже вкусная. Еще горошек. Персик. И фасоль. Да. Так. Пакетики я не выбрасываю. Как я и раньше говорила. Они мне нужны. Крекер соленый. 2 упаковки. Так, а здесь фрукты у нас. 5 бананов. И 5 яблок. Это можно уже выпекать. Вафли банановые. Я уже себе, друзья, купила вафельницу. Теперь уже у меня есть. И 5 яблочек. Такие хорошенькие. Черешни. Вот такой пакетик. И ура! У нас сегодня будет кукуруза. Будешь жарить 5 кочанов кукурузки. Можно сварить в воде в кастрюле, а можно на костре. Вкусно. Бракл, капуста, 2 сладкого. Это, друзья, на гриле, да. 2 перца зеленых. Тоже эти все овощи, вот такие, допустим, капусту эту, перчик. Гена делает постоянно, так, запекает ее с мясом каким-то, с рыбой. И оно очень вкусно получается. Картошка, 10 штук картошки. Хорошенькая, замечательно, потому что сейчас еще своих нету. Как раз цветет. Так, следующий пакет. Опять эти блинчики. Макарошки. Макароны. Вот два таких пакета макарон. Тунец. 4 баночки. Еще макароны. И еще пакет. Так, и здесь также в этом пакете тоже это яблоко с корицей. Пюре. Есть в таких банках стеклянных, а есть таких, что закрывается. Кукурузка, горошек. Так, здесь тоже баночки. Там фрукты, да. Баночки фруктов. И вот такой пакет у нас. Ах, ноготь так порезала. Бэндич прикрепила, но вот отлетел. Вот такие. Кто-то не знает, какие покупные яйца. Вот белые такие. Они разные. Покупные их разные. То уже органики тут. Если коричневые, то натуральные. А вот такие, то не натуральные.
И масло сливочное. Уже нужно быстренько занести в дом, потому что... Оставить. Да. Так, крекер соленый. Здесь у нас идет фарш. Фарш я взяла одну колбаску свининый фарш, а другую колбаску говядина биф. Вот такой хлеб. Я его кладу в морозилку, ой, в холодильник. И дети очень любят бутерброды делать, когда перед работой, на работу даже можно. И, кстати, сегодня поеду в магазин Амишей, сестер повезу, очень хотят. И там я специально еду, чтобы купить мясо индюка такое тонкое. Они нарезают вкусное на бутерброды, вот к этому хлебу. Так. Да, ты не любишь, а они, оно диетичное, это они просят, мама, купи именно в Амишей. Им тогда очень оно понравилось. Баночки, это такой соус, друзья, на спагетти. Его, им даже классно голубцы заливать, вкусное оно. И, кстати, эти баночки я не выбрасываю, я их собираю сюда, закрываю, мою их в посудомойке и делаю туда салаты, аджику на зиму, знаете, и... Прекрасно. Так, здесь у нас хлопья рисовые. Тоже кукурузка. Помидоры кусочками. Ореховое масло. Тунец. Кукурузка и помидорки. Здесь у нас идет фасоль. И горох. Гороховый суп можно сделать. Вкусный будет. Так, я аккуратно положу в пакет, чтобы он не летел. Еще блинчики эти, мука. Так, дальше здесь у нас замороженные овощи. Браклы. Кукурузка. И зеленый горошек. Тоже оно... Когда разморозится, просто как свежее. Такое вкусное. Здесь у нас 3 пакетика риса. Но не длинный, а такой перебитый, побитый такие. Да. Помидорки. Помидорки. Все здесь, короче, все то же самое. Вот тоже такой... Такой соус для макарон, видите? И как бы есть в таких банках, а есть в таких жестяных, есть стеклянных. И вот это такая приправка, это делать тако, кто любит. Такие-то блины, и это все такое. Так, следующий пакет, как мне к нему подойти с этой стороны, да? Подойдем. Овсянка. Овсянка есть быстрого приготовления, а есть вот такая большая, то ее немножечко нужно дольше. Ну, говорят, что это вот это, то она более полезная. Еще 2 масла, баночки, макароны с сыром, мука. Я выпекаю из этой муки хлеб. Овсянка. В пакетиках овсянка какую? Да, все, похудели. Не вина, я на это говорю мина, а на как доширак, наверное, говорят. Смешное слово, да? Макароны. Вот тоже такие макарончики сразу сварите, там они с заправкой, с чесночком, с сыром. Яблочное пюре. А равиоли это как пельмешки по-нашему. Американские пельмени. Да. И вот такие снеки. Так, пускай будет там, чтобы пакет не улетел. Здесь еще одна овсянка. 2 риса. И еще... Да, их тоже можно запекать.
мясом, с рыбой на гриле. Так, здесь фасоль, спагетти, 3 упаковки. Супчик с грибной. Помидорки. 3 тунца. Еще помидорки. Вот это тоже приправка такая, делать чили. Тако был делать. Эту приправку в мясо, когда поджаривать мясо. И ее туда добавлять. И вот еще такие 2 пакета макарон. Все, сегодня нужно сварить кукурузку. Схотелось кукурузы. Так, всем, друзья, вам спасибо за просмотр. И всем пока-пока.